Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. 8 часов 55 минут. Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer по улице Кувыкина со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Парковая напротив дома 3 по улице Кувыкина, не обеспечил безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода 1981 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в Центральную городскую больницу города Нефтекамск.